И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. И сегодня записываю очередной видосик по бездонатику. Это у нас уже второй видосик. В первом видео я рассказал, в принципе, что да как у нас было, что у нас не получилось в предыдущих рубриках по бездонату, что я хотел бы исправить. И, наверное, давайте сразу начнем данный ролик именно таки с пушки. На какой пушке мы будем играть вообще на данном аккаунте? Безусловно, в данное время, в данную, может, на, так сказать, эпоху ТО, сейчас у нас жестко нагибает жига. Поэтому именно ее мы сегодня и купим. Нам даже какой-то бонус дают. Сразу пойдем, зайдем в первую же каточку, какую-нибудь жесткую нагибаторскую. И, в принципе, сегодня я хотел бы именно рассказать про данную пушку, почему и чем вообще она так нагибаторски, можно так сказать, нагибает, помогает вам набирать дофига опыта, дофига киллов делать. Безусловно, это горение, которое сейчас сделано просто нереально огромным. Наверное, даже надо было сейчас мне васпика взять, у вас пожига было бы намного лучше. Ну, давайте быстренько поедем на респект противнику. Звание у меня, как вы видите, рядовой. С прошлого ролика у нас оно осталось, как я и сказал. На данном аккаунтике, по данной рубрике, мы будем только поднимать звание на видосиках. Нигде больше оно не будет появляться. Ну и вот вы, ребят, сами видите, что я поджигаю танк. Жига М0, конечно, не так жестко жгет, но горение по 300 хп, по 300. Вы просто видите это горение нереальнейшее. Безусловно, если мы сейчас будем потихоньку прокачивать данную пушечку, я думаю, это будет давать офигенный нам прирост. Горение, конечно, жесткое, но чтобы поджечь именно танк на М0, немножко надо постараться. Поэтому сейчас мы, наверное, оденем корпус в аспик, потому что на Хантере не очень-таки удобно играть с данной пушкой. В аспик мы приобретем тоже за 100 кристалликов. Оденем вас пожигу. Кстати, данное сочетание, если играть на моем вот любимом нагибаторском аккаунтике, кстати, у нас золотой ящик, вот на таком звании золотого ящика я точно не ожидал. Вижу точку, постараюсь забрать этот голдецкий рикошет, мне уже фокусить, нет, парень, нет, только не ты, пожалуйста. Золотой у нас вылетает золотой ящичек, давай, блин, не получается, у меня залезть есть, что-то меня сзади толкает, блин, зараза. Ну, блон, первый гол, который я видел уже на этом аккаунтике у нас сейчас в игре. Выпадение золотых именно таких ящиков увеличено в 5 раз. Это очень-таки круто. Но что касается именно жиги, где на ней лучше играть, вы спросите. Кто, ребят, не знает, вам скажу. Чем меньше карта, тем и лучше. Все-таки вы сами понимаете, что пушка у нас именно является ближнего боя. Поэтому чем меньше карта, тем лучше будет у вас именно КПД, коэффициент вашего полезного действия. Ну, а на такой здоровущей, конечно, карте не так жестко она будет нагибать, но, безусловно, тоже можно большое количество урона наносить. Что касается именно таких горения, что я хотел еще выделить, то, что чем выше, ребят, у нас модификация данной пушки, безусловно, если я ее даже сейчас при М0 начну выкачивать, вы сами увидите разницу, то, что мне надо будет именно давать урона по танку все меньше и меньше. Вот, например, сейчас на ДДшке вы заметите, как он у нас все равно горит, танк продолжает гореть. Вот сейчас он, конечно, не догорел, но урона нанес я тоже колоссально, при том, что 52 урона и сразу танк у нас уничтожился. Новую звоночку мы сейчас еще поднимем. Овердрайв у меня появляется, шикарно. Поэтому, безусловно, наверное, мы данную пушку будем прокачивать с М0 до М1. Даже так получится у нас. Поэтому следите именно, что касается данной пушки. Какую пушку я выберу именно второй для прокачки, пока, ребят, не знаю. Но что касается жиги, безусловно, лучше пушки, я думаю, пока в игре у нас нету на таких званиях, так тем более. Потому что такой урон у нас точно не будет наносить какая-то другая пушка. Что сделали с этой пушкой, это, конечно, просто. С одной стороны, это очень странно, что такой баланс происходит прям вот резко, меняют именно так сильно пушку в лучшую сторону. Но с другой стороны, безусловно, если ты играешь на этой пушке, то это
дает тебе огромный плюс и для нагиба, и для набора опыта. Если это набор опыта, то это у нас и заработок кристаллов в боях, поэтому, безусловно, это круто. Круто, что можно так быстро и просто зарабатывать. Можно так сказать, ой, ДДшечку не забрал, сейчас печально очень было. Можно было забрать дропчик и шикарно задамажить это Хантеру Смоку, но не получилось. Что касается данного боя, что-то мне не нравится. Счет 28-27 мы, конечно, ведем, но пока не все так гладко, не все так ровно получается. Поэтому давайте-ка попробуем данный отрыв увеличить. Где-то тут бляшечка у нас упала. Давайте ее заберем. Пока нарки у меня, кстати, ребят, на этом аккаунте нету. Безусловно, это определенный минус. Но надеюсь, что после первой недели, когда нам выдадут контейнеры, мне уже какая-нибудь нарочка упадет. Либо с заданок за эту неделю тоже я нафармлю. Поэтому в дальнейшем ходе событий я буду уже играть на данном аккаунтике с расходкой. Так, танки у нас, конечно, на этих званиях не ездят так жестко нагибаторски. Понимаю я все моменты, что сильных игроков на таких званиях очень-очень мало. Безусловно, есть те ребята, которые создают так же самый аккаунт, как я. Но их катастрофически мало. И, безусловно, заходят всякие такие вот боты, которые еще пока ничего не понимают, ни в чем не разбираются. Как что делать, как вообще крутить башни, ну... В этом плане и есть весь фарм пока что. Наверное, данный бой мы выиграем уже, да? Я думаю, 4 минуты у нас до конца боя осталось. Овердрайв у меня еще один накапливается. Давайте быстро-быстро заюзаем. Заюзаем овердрайвчик. Что касается дальнейших моих действий, безусловно, это будет выбор корпуса. Ну, корпус, в принципе... Пока у нас будет Васпик, пока это вас поживет, корпус, я думаю, менять нету смысла. Ну, а что касается именно выбора комплекта, первый комплект, пока, в принципе, для этого еще рано, по этому вопросу, в принципе, еще рано говорить, но в дальнейшем, я думаю, что все это мы будем видеть. В принципе, какой комплект у нас будет выходить наилучший, по моему мнению, тот я и буду приобретать, буду его тестировать, вам говорить, стоит ли его покупать. Если вы, например, тоже сейчас прокачиваете новый аккаунтик, то данная рубрика к просмотру вам точно обязательно, так как она выходит каждый день, вам несложно зайти, уделить каких-то 10 минуток, посмотреть. Безусловно, что-то полезное вы точно услышите здесь. Так, ну... В принципе, до конца боя у нас уже остается 2,5 минутки. Еще одну звоночку в данном бою я сегодня не получу, но одну звоночку получил, и на этом спасибо, как говорится. Пока абонементик у нас новичка имеется, данный опыт в каточках у нас очень быстро поднимается. Ну и сами видите, насколько жестко уже нагибает моя жига. Да, конечно, это не... Модификация не М2, не М3, но даже при М0 вы видите, какой колоссальный урон и как быстро танки у нас сгорают, нагибаются, уничтожаются. В принципе, все это видите на своих экранах. Так, давайте еще этот танчик схаваем. Сам догорит, я думаю, да. Безусловно, больше надо давать урона для горения. Ну и что касается выбора формата, не знаю, вот формат боя именно для данного вооружения, наверное, тот же ТДМ, который я играю сейчас, очень хорошо подходит к данному сочетанию. Ну, чем, конечно, ребят, меньше карта, тем и лучше будет. Все-таки пушка ближнего боя, корпус самый быстрый, поэтому в этом плане... Чем меньше карта, например, если пройтись именно по мап-пулу, наверное, я бы выделил такие карты, как плато, полигончик, в принципе, тоже можно выделить. Даже та же борда не является такой большой картой. Вот на этих картах. Ну, плато, конечно, больше всего, по моему мнению, будет подходить именно к данному сочетанию. Карта очень маленькая, такая
более-менее закрытая, и на ней будет очень легко набивать опыт. Даже вот видите, на Вольфенштейне набил 500 опыта. На таком звании, ну, безусловно, не при помощи своего скилла, который у меня имеется, но все-таки это очень-таки просто на таком вооружении у нас делается. Ну а в принципе каточка у нас подходит к концу, и мы на этом будем заканчивать данный ролик. Если он вам, ребят, понравился, то обязательно прожимайте лайкос ему, подписывайтесь на канал, если вы еще, ребят, вдруг не подписаны. Ну и, конечно, следите за новыми роликами по данной рубрике. Я думаю, что вам будет интересно смотреть, что будет происходить у нас дальше, так как звание у нас потихонечку-потихонечку растет. Пушечки, корпуса новые покупаются. Комплекты уже в процессе, можно так сказать, покупки. Так что как-то так. Если вам это... ролик понравился, я вам уже сказал, поставьте лайкосик. Но, в принципе, на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Пока, ребят.